said you didn't receive. You said Mike, you didn't will need. That girl is a real proud piece. Хей Ютубу, хей ВК, с вами я был Триадвайда. Сегодня мы с вами поиграем в Absolete After the Accident. Absolete, не знаю, как переводится, но, короче, After the Accident переводится как после инцидента. Я не знаю, после какого инцидента, но по сюжету этой игры. Но это, как я понял, точно не укус 87. Это я тебе точно говорю, вроде как это не укус 87, а какой-то там другой инцидент в другой пиццерии. Абсолютно другой пиццерии. Так, что-то Оливия, что с ней? Говорит ее мать или кто это говорит, не знаю. Пожалуйста, ответьте мне. И где Джейкоб? О, боже. Палец подвинулся. Бум. Абсолют сломанной сны. Акт 1. Короче, вот так вот. Кстати, я что-то... Вообще, как бы, сначала стоит начать с того, что я играл в эту игру. Раньше я играл в эту игру. Она уже на самом деле давнешняя, и знаешь, в чем прикол? Она до сих пор демо, то есть, смотри, эта игра выпустилась 2 года назад, то есть в 2018 году, но она до сих пор в демо, до сих пор в демо. Я не знаю, где там так долго пропадает разработчик, и вообще он ее забросил или нет, но она до сих пор в демо, да. Так вот, я в нее играл, и я, кстати, что тогда, что сейчас не понимаю сюжет, типа, нет, я, конечно, у меня есть теория, но смотри, короче, как я понял, мы вот играем за Оливию, с которой что-то произошло. Подожди, что-то вот это место я не особо помню. Ладно, типа, пока что буду рассказывать. Короче, мы играем за Оливию, с которой что-то произошло, какой-то инцидент произошел вместе с ее отцом и ее отец. То есть это Джейкоб, вроде как это и является ее отец. Опа, Дженга. Только как это на данже называется. Блять. Не, на самом деле я неплохой игрок в Дженгу, просто... Просто вот... Просто здесь мне не дано. Ну так вот, короче, что-то там произошло с ее отцом, то есть с этим Джейкобом, и с ней, и... Да, она работает. Ну так вот, и походу то, что вот сейчас будет происходить, это ей снится, как я понимаю. Я не знаю, такой ли это сюжет или нет, как я сейчас говорю, но мне кажется, что это именно так. Так, ладно, перепрыгиваем, давай. Уаба, уаба. Короче, do not in... Короче, там типа говорится, не это, не идите, все. Так, кнопка. Эй, привет! Эй, Оливия! Я извиняюсь за то, что там что-то с твоим отцом что-то случилось. Блять, не успел прочитать. Короче, я тебе сейчас там расскажу, там он говорит, типа, гайд. Короче, поиграй там в игру, он говорит, я тебя сейчас научу, как играть. Все, это все, что нужно знать. Типа, ну знаешь, вот это тут говорит. Короче, говорит, как нужно играть. Откройся. МК. Почему МК? ШК переводится К. Ладно. МК, Mortal Kombat, блядь. Короче, игнорь все. Здорово. Кстати, вот вроде вот эта вот крыса на краске и говорит. Я не знаю, правда или нет, но вроде как да. Вроде так. Смотри, первое, что я хочу сказать. Вот, да. У нас получается здесь крыса поганая, птица пернатая и муравей долбанутый. Короче, да. Крыса у нас будет... Я сейчас все расскажу. Нужно сначала это зайти сейчас в комнату. Вот. Вот. Бежим, 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 бежим. Не смотри назад. Ладно, не буду. Ладно, не буду. А я посмотрю. А, нихуя там нет. Наебал меня. Хорошо. Игнорь, типа, штуку, которая здесь стоит. Не. Да-да-да-да, смотрите, я сейчас, короче, я объясню все нормально, не то, что как этот идиот объясняет. Смотри, чтобы спастись от птицы, ну, сейчас, во-первых, смотри, чтобы спастись от муравья, смотри.
Это был муравей долбанутый. Вот от него нужно прятаться... Блять, меня сейчас испугал. Нужно прятаться в шкаф. Чтобы прятаться от птицы повернатой, поганой, сучарой. Нужно, короче, прятаться... Это самое же. Подожди, сначала проверить, он там этот ублюдок. Слава яйцам, нет, слава яйцам. Чтобы прятаться... А, вот видишь там вот это вот стеклюшко? Нужно будет за него прятаться, чтобы спрятаться от вот этой вот сучки пернатой. Вот. Айс. Короче, когда у нее станут глаза красными, нужно прятаться за стекло. Вот то стекло, которое там. Нужно прятаться, и получается, она тогда не увидит, и все. Вот. Вот это вот стекло. Давай, пошли, 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 пошли. Вот. И она нас не видит. Все, прекрасно. Чтобы спастись от крысы поганой, нужно это самое, играть в игру. И это самое. Играть нужно в игру, да. Нужно играть просто в игру. Если не будешь играть в игру, то эта вот фигня, которая там сверху над дверью, она, короче, это самое, понизится. И все, и тебя звезда, собственно. Тебя сразу просто убьют, тебя ничего не спасет. Так что просто можешь писать завещание и все. И ложиться в гроб самостоятельно. Вот, собственно, вот так работает эта игра. Вот. Вот, смотри, то есть сверху, видишь, вот эта вот фигня. Если она дойдет до конца, мы помрем, как говорит эта тупая крыса. Какой у тебя все-таки долбанутый смех, а? Все, собственно, вот такое у нас обучение. Смотрим, там его нет? Нет, нету. Все, замечательно. Играем в игру, значит. Просто, значит, играем в игру. Играем в игру. Оп, оп. Оп, оп. Прыг. Играем в игру. Играем в игру, играем в игру, играем в игру. Ни от кого не обращаем внимания, так что нужно аккуратненько прыгнуть. Ах ты, сука. Ах ты, сука. Ах ты, сука. Ладно. Да что ж ты будешь делать-то? Прыг. 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 Бежим, 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 бежим. Ага. Так, так, так. Все, он идет. Красные глаза, красные глаза, красные глаза. Беги, беги. О, прям в последний момент. О. Я прям вовремя успел. Хорош, хорош. Хоть шпитулю. Так, шкаф, шкаф, шкаф. Пяться. Заходи уже. Да заходи ты уже. Дядя, ты заманал, зайди, меня сейчас убьет эта крыса поганая. Пошел ты. Я чувствую, что помру, ребят. Блять, я не подрасчитал ничего, я ничего не подрасчитал. Давай, давай, быстрее, съебывай отсюда. Да-да-да, все, посмотрел, все, достаточно, уйди, пожалуйста. Кыш, пошел вон. Пошел вон. Пошел вон. Быстрее! Быстрее! Походи! Нет! Все, мне пизда. Мне пизда, походу. Мне пизда. Мне звезда. О-о-о! Капец, блядь. Так, птица! Па-п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 а. Давай, давай, ну. Все, 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 спокойно, спокойно, не ори. Погнали дальше проходить. Так, прыг. Оп. Прыг. Че там? Ты там че? Ты там иди, иди своей дорогой, сталкер. Блять. Ладно, ничего, ничего, ничего. У всех бывают неудачи. Оба. Чувак, вот я не понимаю муравья. Он то быстрый, то он медленный, пиздец. Вот реально, он какой-то непонятный. Какой-то невменяемый муравей. Я же говорю, муравей долбанутый. К
Крыса, ой, блядь, что я несу этот. Птица пернатая, муравей долбанутый и этот... Крыса тупая, да. Крыса тупая, потому что тупая, пернатая птица, потому что пернатая, а тот долбоюну, потому что... Все, бегом сюда. Ой, как вовремя все. Ой, как все вовремя-то подсчитано. Так. Иди своей, иди своей дорогой, сталкер, пожалуйста, уйди. Уйди. Ой, хорош. Все, 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 все. Сколько там? Нормально. Пока мы с вами держимся, пока мы с вами держимся. Так, прыг. 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 Так. 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 Хорош. Пока что мы с вами держимся. Пока что мы с вами держимся. Пока что мы в жопу не сливаемся. Хотя это как-то неправильно сказано. Блять. Ой, блять. Ой, блять. Да. Давай. Смотри, ну же. Ну. Так, ничего. У всех бывают неудачи. Даже у самых великих людей бывают неудачи. Так что ничего страшного. Так, тихо. Хорош. Прыг. Прыг. Хорош. Сюда. Так. Пока мы с вами держимся. Пока у нас все с вами более-менее зашибись. Далее. Прыг. Прыг. Опа. Проход. Все хорош. Птица! Птица, птица, птица пернатая. Ну. Ну. Все. Все. Стоим. Ждем. 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 Бегом. Ты где там? Хорош. Так, так, продолжаем. Продолжаем пока играть. Это пока там чемурдяй длинный, здоровый, короче. Он это самое, он... Пока там теребонька, все, что можете себе потеребонькать. Пока что все нормально. Ой, как хорошо. Давай быстрее. Ой, блядь, ты быстро. Ой, как ты быстро. Ой, как ты быстро. Бегом сюда. Заходи, ну ты что, буквально в сантиметре был, заходи уже, достал. Вот. Все, все, уйди отсюда. Ой, хорош, все, все, выходим сюда, сразу же, прям буквально сходу. Давай. Га. Га. Ага-га-га. Ага. Ага-га-га-га-га-га-га. Так, все, пошли. Пока что мы с вами держимся. Хотя я то же самое говорил в прошлый раз, но в прошлый раз был не особо не нужен. Так что пока что нормально. Пока все нормально, пока мы с вами держимся. Давай быстрее загружайся, блин. Опа. Опа. Хорош. Прыг. Пади. Всего хорош. Прыг. Хорош. Так, что там у нас? Пока что все нормально вроде как. Оп. 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 Чтобы мне еще там жить осталось. Вернее, будет правильно сказать, пережить осталось. Сколько мне часов? То жить осталось как-то странно звучит. Как будто меня сейчас скоро убьют. Хотя, скорее всего, так и будет, я не знаю, посмотрим. Так, 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 проверяем. Ух ты, блядь! Ух ты! Офигеть! Вот сейчас я обосрался, я тебе говорю, ну конкретно. Фух, у меня чуть сердце пятки не ушло, я тебе говорю. Вот это сейчас я обосрался, там буквально в миллиметре был. Охереть. Все, погнали дальше. Ебать, ты меня испугал сейчас, я прям не знаю, как я сейчас... Ух, это жопа. Все хорош. Так, продолжаем.
Пробегаем, пробегаем, пробегаем. Прыг. Почему мне что-то, что потемнение было? Что за бред сейчас произошел? Ладно, хорошо. Кстати, птица изменилась. Кстати, реально птица изменилась. Чё ты изменился так? Ну, ладно, ладно, хорошо. Я молчу. Муравья вообще нет. Ой, как прекрасно-то, ой, как хорошо, ой, как хорошо-то. Я сейчас могу просто спокойно проходить игру и смотреть на эту птицу пернатую. Хорош. Так, муравей. Муравей. Как все-таки хорошо-то без муравья, а, ой, как хорошо-то. Там что-то там, что-то там, блять, бегом, бегом, бегом. Как же все-таки хорошо то без архитектора муравья, я тебе прям говорю. Я надеюсь, что он там сейчас после этих слов не появился. Я надеюсь. Давай уже смотри, хрен ты ждешь то кстати, а почему она реально изменилась так? Я не знаю, почему так это происходит. Кстати, вот эта вот система со стеклом тоже как-то странновато работает. Муравья вообще нет. Андрюх, ты что там окочурился, что ли? Да, кстати, его назвал раньше Андреем муравья, да. А не долбанутым муравьем, так что да. Андрюх, ты что там окочурился, что ли? Что там с тобой случилось-то? Пока все хорошо. Ой, пока. Пока, мне кажется, мы сейчас с вами вообще дольше всего продержимся. С крысой пока вообще все замечательно, я тебе говорю. Так, сейчас нужно аккуратненько, аккуратненько. Ой, как хорошо! Тихо, 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 обратно, обратно! Что за хуйня? Что за хуйня? Пошел ты! Я прожил, короче. Я в капкане, ты чё, охерел? Я не в ловушке. В капкане, в ловушке, вернее, он сказал. Какой нахер ловушке? Шёл вон, сука. Вот это что-то я вообще не помню, я тебе говорю. Конечно, я 2 года назад играл в эту игру, пацанец. Чё там со звуками не так? Что там со звуками не так? Что там со звуками не так? Ладно, проспокойно. Привет! Привет! Вызови свою лапу обратно, скотина! Тупая, вонючая! Плохое что будет. Там стулья летали. Там летали, мать его, стулья. Миссис, а вы не могли идти немножко побыстрее, а? Там, ну знаешь, может сейчас сзади появится какая-то ебака страшная, тебя утащит просто. Ну ты можешь идти как-то побыстрее, понимаешь? Бежать, ты можешь просто бежать со всей силы, ты можешь, нет? Чё там написано? А, там это... Нихуя себе здоровая рука. Мисс, бегите. Мисс, лучше беги просто. Не, ладно, дело, конечно, твое, сейчас тебя схватят просто и все. Чё? Спасибо за... Ну, короче, тут говорится, типа, спасибо за это самое, за демо и вот это все. Чего? В общем, как-то вот так вот я проходил Абсолет. На самом деле, мне пародия жутко нравится, серьезно. Это реально одна из таких прям хороших пародий. То есть, в ней атмосфера нормальная. Вообще все нормально. Правда, вот единственное, что я не понял, это насчет сюжета. То есть, особенно насчет концовки, как бы, я вообще ничего не понял. То есть, реально, то есть, она... Вышла из этого, если что, это вентиляция была или что, да, это была по сути вентиляция.
И куда она пошла, что это были за здоровые руки, в итоге куда она вошла, что с ней... Мне кажется, что, ну да, типа, она про это все как происходит в ее голове, потому что там вначале в кассете, типа, говорилось, там, типа, ее, походу, мама плакала, типа, насчет того, что она там то ли в отрубе или что с ней случилось. Короче, она, походу, в коме, ей это все снится. И ей вот это вот приснилось, что она, как бы, ну вот, выжила, пришла в какую-то комнату, и, видно, у нее начался второй кошмар. И, по идее, должен быть, наверное, был быть второй акт, но из-за того, что из-за чего-то второго акта до сих пор нет, и как бы вообще игра в состоянии еще демо, так что да. В общем, как-то вот так вот. С вами был я, Apple 3A2, и всем пока. Кстати, ждите еще видео по FNAF.